Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, любители, поклонники игры «Маленькие кошмары». Уже, наверное, ни для кого не секрет, что в игре есть секретные комнаты. В демо-версии это две скрытые пещеры или норы, но не все знают, что есть еще тайный чердак, на котором живет гном-ном. Но об этом позднее. Давайте начнем все по порядку. Как же не пропускать эти тайные комнаты, эти секретные объекты? А дело все в том, что увлекшись сюжетом игры, мы часто пропускаем интересные вещи. Как же быть? Игра дает нам такую возможность. Это режим «осмотреться». Это либо правый джойстик, либо клавиши на клавиатуре со стрелками. И, как говорится, торопитесь медленно. А именно, зайдя на новую локацию, остановитесь и смотритесь, что там делается вверху, внизу. Ну, вот так, вот так и вот так. Осматривайтесь. Как минимум, вы видите красивый мистический лес, а художники постарались на славу. Обзор можно делать и во время движения, что придает игре особый цимус. Красиво здесь, правда? А не подними мы голову и не заметили бы. Ну, а теперь о пещерах. Первую, у сломанного моста, можно заметить еще сверху. А подойдя ближе к стене и сделав обзор, мы прекрасно видим, что там в правом углу что-то есть. И вот она, первая скрытая от глаз пещера. Нет, лопату взять нельзя. Ну что, пошли дальше. И не забываем осматриваться. И опять этот мифический, но красивый лес.
А вон там внизу в правом углу кончается игра. Вторую пещеру можно заметить, когда мы спускаемся внутри трухлявого дерева после первого капкана. С помощью обзора также можно заметить, что под гнилым деревом тоже что-то есть. А есть там дохлая крыса. Ну а третий тайный ход находится в доме ужасного охотника. А именно в комнате с чучелом старухи. Мы так заняты проблемой, как забрать ручку от вертушки у этой старухи, что не сразу замечаем, что вверху слева есть какой-то лаз. А лаз этот ведет на чердак. А разработчики сделали так, чтобы мы не смогли туда попасть. Но то ли они недостаточно тщательно заделали эту нычку, то ли специально оставили возможность для возбуждения интереса к игре. Чтобы запрыгнуть в зеркало на стол и дальше попасть на чердак, нужно не столько умения, сколько везения. Однако схема прыжка следующая. Нужно нажать стрелку вниз, затем сразу прыжок и в полете резко влево, то ли джойстиком, то ли стрелкой. При этом клавиша «бег» должна быть зажата. То, что это возможно, смотрите сами. Вот варианты. И что же дальше? Давайте полезем, посмотрим, что там. Ну вот, это чердак. И хозяин чердака, гном-ном. Он от нас убегает, прячется в разных местах, но... в конце концов, помогает нам выбраться. Все это похоже то ли на часть основной игры, но скорее всего это какое-то дополнение. Дополнительный квест. Нет, не надейтесь, эта шапочка гнома не появится сейчас у вас в инвентаре. Ты где? Здесь нет, посмотрим внизу.
Ну вот и все. Дальше игра нас не пускает никаким боком. Давайте дождемся выхода игры, и тогда и узнаем. Здесь я тоже говорю вам хай, то есть пока. Надеюсь, вам понравилось. И скоро снова увидимся.